налево. Дербентская крепость и город Дербент, стоящий на берегу Каспийского моря. Море, кстати, попробовал, слабо соленое, но соль есть немножко. Внизу расположен старый город, и большинство улочек заканчивается тупиками. Ну, это поездцы. Крепость переходила кучу раз из одних рук в другие. Но сейчас она стилизована и хорошо обустроена. Все в достаточно цивильном виде. Красиво облагорожен. Родничок, тюрьмы, водохранилище, кофе, мороженое. Пойдем смотреть дальше. Как утверждает экскурсовод, из крепости было несколько подземных ходов прямо практически до уровня моря. Ну, объект интересный, можно погулять, побродить, в том числе и приятная территория, ухоженная, красивая. Какие-то многоуровневые дорожки, переходы, ступеньки. Приятно побродить. Даже свадьба.